Всем здрасте, канал Семейная Коферма, меня зовут Владимир. В общем, сегодня решил показать себя, заросшего. Сегодня у нас такой тяжелый день, по крайней мере у меня. Сегодня работаю, я работаю в принципе каждый день, но сегодня такой у меня тяжелый труд, как оказалось. Когда кто-то делает это, кажется намного проще, намного быстрее. И вообще легко кажется, но так как, когда сам попробуешь, на самом деле, ого-го. Сейчас покажу, в чем суть вся. В общем, вот этот агрегатик сейчас мы отдалим. Вот такой вот мотоблочек. Еще СССР. Выпуск. Сейчас я приближу. Мотокультиватор Крот МК1А. Не знаю, у кого-то что-то подобное есть или где-то видел. Я такое впервые видел и вижу. Цена 360 рублей. В общем, очень мне нравятся такие вот, зацепился, раритетные вещи. Это, конечно, аппаратище. Одно плохо, что он легкий. Фу, так-то он пашет нормально, все мне устраивает. Я выставил нужные обороты, уже приспособился к нему, хотя поначалу не особо. И колеса мне в нем не нравятся. Если бы какие-то колеса такие побольше, было бы намного проще. А так, вот я начал. Ой. Там, сейчас приблизим. Сделал три ходки туда-обратно. Ну и по кругу тут обошел все. Сейчас покажу вам. Вот так вот. А потом покажу вам конечный результат. Надеюсь, я справлюсь, потому что у меня спина очень сильно болит. У меня проблемы со спиной, и я никак не доеду. Кому это надо ехать, к хирургу или к, не знаю, травматологу, массажисту. В общем, сначала надо обратиться в больницу, сделать снимок. У меня большая проблема с поясницей. Я не могу сгибаться. У меня такая резкая боль. И что-то мне это не нравится. Я и укол делал, и мазал, но что-то оно не проходит, поэтому надо обратиться. Оно то так проходит, становится легче, а потом опять. Вот выпустил я кур сюда, чтобы червячков пособирали. Отсадил я, кстати, вот семью хохлатых сделал. Вот этого Петю взял, которого самый большой хохолок. Такой шляпа у него прям такая. Вот эту курочку. Ну тут их 5 штук. Они все с шапочками, с хохолками. Вот еще. Вон две и вот одна. Так что отсюда мы будем получать только от хохлатых цыплят. Почему я так сделал? Потому что, во-первых, чтобы разгрузить немножечко наш курятник, потому что там много птицы. А во-вторых, чтобы получить от них яйца и вложить в инкубатор, и под клочку их ложить, чтобы были только хохлатые куры. Ну и третья причина, потому что вот этот петух очень сильно обижает моих покупных петухов, которых я купил. Это причина номер три. Поэтому у него сейчас отдельные апартаменты. Сейчас пройдемся. Бегуночек снесло яйцо. Одна несется. Надо уткам воды подоливать сейчас. Уток всех сюда переселил. Потом в следующем видео покажу, почему, и расскажу. Так. Ну. Ой, прям ходить больно. В общем, а почему я решил сам сказать, так сказать, спахать, а не платить кому-то деньги? Да потому что у соседа вот увидел вот этот агрегат, мне стало интересно самому хоть раз попробовать спахать, а то я постоянно нанимаю. Ну и еще одна причина — это, конечно, сейчас заплатить 400-500 гривен за этот участок. Сейчас такой период у нас в стране вообще очень нехороший по всем показателям. Поэтому каждую копейку считаешь. А тут я только его заправлю. Ну и поиграюсь.
Ну ничего, пораньше встал, поэтому сегодня можно уделить время вот этому участку. Здесь мы засеем люцерну. У меня люцерна есть. Ну, в общем, дальше все покажем. Ну вот я и закончил. Засеяли мы люцерну. Приехал папа, помог мама. В общем, сделали мы, управились. Потом маленький дождик еще пошел. Ну, земля влажная, все, в принципе, нормально. Что хотел еще сказать? А, по поводу того, что намучились мы с этим трактором. Поначалу я, потом папа приехал, помучился. Не хотел он заводиться нормально. Поменяли мы свечу, поменяли вот эту шворку, которой заводить, потому что она была не совсем удобная и обрывалась. И что я вам скажу? Хочу сказать, что очень сложно было пахать. Почему? Потому что куры, утки затоптали это очень-очень все сильно. И оно просто как асфальт было. Ну ничего. Вот справились, и слава богу, засеяли уже, ждем теперь урожая люцерны. Я уже засаживаю второй, даже третий раз здесь люцерну, пересаживаю буквально там раз в 3 года. В прошлом году совсем ее мало было. Все потому, что, я же говорю, выпускаю сюда птицу, и поэтому она, птица не дает ей ни засеяться, ни размножиться никак, а вытаптывает и выклевывает ее до корней. Так что приходится пересаживать. Это уже последняя люцерна. Семена, те, которые я сажал, были очень старые. Не знаю. Я думаю, что ничего страшного, что все получится. Сажали мы люцерну очень просто. В принципе, перемешивали с песком. У нас большая ванна. Перемешали с расчетом там 1 килограмм на ведро песка. Плюс-минус там где-то на 1,5 ведра песка. И рассыпали, чтобы было видно где. И потом граблями сверху просто раз-раз-раз-раз-раз-раз закрыли, да и все. Ничего сложного. Вон кот уже вырывает. Спасибо ему большое. Да, это что касается люцерны. Трактор справился хоть немножечко. И сложновато ему было, и мне сложновато было. Поясница очень сильно болит, я ее практически не чувствую. Руки болят, потому что он прыгает, он легкий. Я его стараюсь приземлить, опустить вниз. Одна сторона, получается, опускается, вторая чуть-чуть вверху. Я делаю перевес на эту сторону. В общем, немножко помучился, потому что тут и такая неровность, так скажем, мягко скажем. Если бы было хотя бы ровно, то было бы проще. Но так как здесь вот так вот вниз все идет, жук, то немного сложнее было. И не первый год, я же говорю, мы сажаем, так что все должно быть нормально. Кот, кс-кс-кс-кс-кс. Арбузик, кс-кс-кс-кс-кс. Ты зачем там роешь? Арбузик. Тут еще один пришел, красавчик. Что еще хотел сказать? Ребята, у меня на канале первый заблокированный подписчик или просто гость или пользователь, в общем, не знаю, как его назвать. Я, в принципе, нормально воспринимаю критику, и я сам понимаю, что у меня в хозяйстве далеко-далеко, мягко скажем, не все идеально, и хотелось бы лучше, но птица моя всегда накормлена, всегда ухожена, всегда в чистоте. Я стараюсь часто очень убирать у нее, чтобы не было никаких там... Потому что если не убирать часто, то птица будет болеть. Ну, все вы это прекрасно знаете. Если же это утки, да, они бывают в болоте. Я ж не скрою, что вот там у них открытая местность. Если дождь пойдет, они в болоте. Но уткам это не страшно, в принципе. Что касается павлина, мне один раз говорил уже в своих видео, что павлина мне подарили паву, я павлина докупил, потому что, чтобы была у нее пара, чтобы ей было не скучно. И мне просто ее жалко стало. Да, я докупил ей совсем молодого самца павлина, я говорю это уже не один раз.
Ему сейчас вот второй год пошел. Я его покупал годовалым, сейчас ему 2 года уже. У него хвост растет. Но все-таки нашелся человек, который спровоцировал немножко конфликт. Хотя я зачастую не ведусь на этот конфликт, я или отмалчиваюсь, или пишу всего вам хорошего. Но здесь почему задело? Потому что я в видео четко все рассказал по поводу павлинов, но все равно человек решил, так скажем, поумничать, даже не смотрев видео. А зачем, там такой комментарий был, а зачем тебе павлины, если у него нет хвоста? Да, по-моему, такой вопрос был. Ну, там в видео четко рассказано про павлинов. Ну, я и пишу, что у него хвост есть туда-сюда. Ну, он пишет, это не хвост, а драный веник. Ну, у него теперь кличка эксперт по павлиньих хвостах. Его зовут, даже я запомнил, Владимир Хвостенко. Ой, Хвостенко, говорю. Владимир Василенко, да, Василенко. У него канала как бы такового нет. Ну, зачастую, когда вот такой хейт идет, у них каналов нет, то они там без фотографий, без ничего. У него там, я надеюсь, то кофе у него на картинке, а не что-то другое. В общем, кофе. Владимир Василенко первый человек на моем канале, который пошел в бан. Пошел в бан, потому что перешел на оскорбление. Там один подписчик мой написал ему, что типа даже если даже у меня нету павлинов, но даже я понимаю и знаю, что павлина хвост растет 3 года, на третий год хвост уже такой большой более-менее. В общем, он написал, что этот человек лизун, и успешно отправился в бан. Там очень интересная переписка была, мне было смешно, и когда я его заблокировал, я ж не знал, что вся переписка удаляется. Если бы я знал, я бы, наверное, еще не блокировал бы его, а просто дальше поднимал бы себе настроение за счет Владимира Хвостенко, Василенко. Но удалилось все, и Владимира больше нету на нашем канале, к сожалению. К сожалению, не знаю для кого. Теперь я буду, когда мне будет грустно, я буду снимать видео и вспоминать постоянно про эксперта павлиньих хвостах. Ну, я же говорю вам, я нормально отношусь к критике. Я ж, ну когда вот провоцируют, причем я просмотрел комментарии, там если нажимаешь на пользователя, высвечивается тебе и его комментарий. Он меня цеплял не один раз, причем я реагировал на это нормально. Я не знаю, ну не нравится тебе канал, я же говорю. Он пишет, я пишу, если вы не смотрели видео, то зачем писать комментарии про павлина? Он говорит, да я ж не... Я не смотрю видео. Мне... В общем, говорит, я видео не смотрю, потому что мне неинтересно, я его выключил. Вопрос, зачем вообще смотреть, что-то писать, если тебе неинтересно, задавать какие-то вопросы. Если мне неинтересно, я не интересуюсь, не задаю вопросы, вообще никого не трогаю, если мне неинтересен человек. Нет, это, знаете, есть такой тип людей, проснулся без настроения, что-то в жизни, там как человек один, ему подписчик написал, что у вас в жизни что-то не заладилось, так вы здесь выливаете все в комментариях. Ну, так и есть на самом деле. Вот он проснулся не с той ноги, где-то на него жена прикричала, приорала там или еще что-то там, или на работе где-то кто-то его, ну, и он решил зайти в комментарии, даже может не под моим только там видео. Ну, есть такой тип людей, необоснованно причем, не смотря видео, вот так просто. Да, сейчас я тебе. Ну, есть такие люди. У нас на канале нет никакого негатива, в принципе, и быть не может. Канал о сельском хозяйстве, здесь не выясняются никакие отношения, у каждого свое мнение. Я снимаю то, что у меня есть, показываю своих питомцев, ничего там такого, чтобы такие слова употреблять, я не даю повода совершенно. Я не эксперт. Абсолютно никакой не эксперт, не супер-пупер там
гуру птицеводства. Я на личном опыте, я всегда вам говорю, что это мое личное мнение, основанное на личном опыте, из личного опыта. Поэтому выбор за вами, смотреть, не смотреть, но оскорблять и писать оскорбления то ли мне, то ли моим подписчикам, которые у меня на канале, ну, никто не будет. Я этого точно не позволю. Так что такое вот. Все. Всем спасибо за просмотры. Поздравьте меня с первым заблокированным пользователем моего канала. И до новых встреч на просторах Ютуба. Пока-пока. Пишите комментарии, задавайте вопросы.